Kapıyı kalkma. O yok. Kervan maç gitti. O nerhem etti. Художественные произведения являются источником вдохновения для творческих людей. Каждая книга, созданная природным талантом уважаемого президента, является неиссякаемым источником вдохновения для творческих работников. Творческая группа объединения «Туркменфильм» имени Огузхана последовательно обращается к прекрасным книгам уважаемого президента, потому что в этих произведениях на высоком художественном уровне воодушевленно повествуется об истории туркмен, о судьбе народа, прошедшего через многочисленные испытания, о беззаветной любви к родине, что является большим стимулом для кинематографистов для создания ярких, интересных и познавательных кинокартин. Недавно вниманию зрителей объединением «Туркменфильм» имени Огузхана был представлен художественный фильм кинорежиссера Мурада Аразова под названием «Шелковый путь», поставленный на основе книги уважаемого президента «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути». Это путь, по которому проходили тысячи караванов. Этот путь, по которому хорджунами и чувалами перевозили различные товары. Этот путь, пролегая через древние крепости, города и страны, имел важное значение в процветании торговых связей, в укреплении дружественных взаимоотношений между народами. Этот путь сохранил следы и впитал в себя наблюдательные взоры наших далеких предков. Это великий шелковый путь. Наш народ горячо и восторженно принял этот фильм. В фильме использованы материалы, легенды, рассказы, басни, исторические сведения из книги уважаемого президента под названием «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути». События фильма происходят в основном в исторических местностях нашей страны. Уважаемый президент создал немало книг. В каждой из этих книг повествуется о любви к отчизне, бесстрашии и жертвенности нашего народа. Также в них есть назидание и наставление. На основе книги уважаемого президента под названием «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути» под руководством Мурада Аразова был снят фильм. В этом фильме широко повествуется об историческом прошлом нашего народа, о древних традициях и обычаях туркмен. Раскрываются взаимоотношения туркменского народа с различными странами мира. Некоторые части фильма были сняты в Балканском, Марийском, Дашогузском вилаятах нашей страны. Несмотря на различные условия погоды, особым старанием и умением режиссера фильм снят на высоком уровне мастерства. Я в этом фильме сыграл роль Нечмедина Кубры. Yazgılan sahnını köpüldük biliyiz. Sen ne mi böyle aladılı görünüyor? İyilik mi ödü? Eğer gitme hıyalın yok olsa, gönülü, uğru doğru adım tapılır. Ay yoklu pirim, bizi aladı ne mi işlesin? Bu safarın mühimliğine sen düşünmeyin gerek. Ben bu safarı hüvüzüm katı uludur pirim, sizin tamamını da öderim. Yönümün gözlüğünde başka bir aladı oraya. Biz Ozhan adındaki... У меня появилась прекрасная возможность сняться в новом фильме под названием «Шелковый путь» объединение «Туркменфильм» имени Огузхана. Вначале мы были приглашены режиссером, который провел с нами беседу и вручил сценарий для прочтения. Я прочитал сценарий. Мне понравились образы многих героев картины. И тогда я сказал режиссеру, какой из образов вы считаете современным? А он был очень заинтересован моим мнением. Но и мне было интересно его мнение. Вот таким образом между нами состоялась интересная беседа. Прошла неделя, прошли две недели, и в один день он пригласил меня к себе и сказал, «Есть образ Абылкасыма, обрати на него внимание». И я прочитал сценарий. И постепенно после слов режиссера мне начал нравиться образ Абылкасыма. Ахрон Бургун Шаарды Берик, Охан Адна, Туркменфильм Берлишигне,
Hemem aytdı. Şu awal xaqım dep şu keşpa dedi. Şo ünferde ne dedi. Почему мне понравился предложенный мне образ Абылкасыма? А потому что он был человеком, любящим книги. Он всегда был с книгой. Его образ связан с духовным богатством, наукой, образованием. Он в жизни использовал все знания, полученные посредством чтения книг. Давал людям полезные советы. Обучал людей этикету. Вот именно по этой причине мне понравился этот образ. Таким образом, мой творческий багаж был пополнен новым образом Абулкасыма, который совсем не схож с образом этого же персонажа, исполненного мной на сцене театра. И я очень рад этому, ведь для актера большое счастье исполнить образ в кино, созданного на основе книги, написанной уважаемым президентом. Это очень ответственная работа, масштабная работа, имеющая большое воспитательное значение. Эту книгу интересно читать, и фильм, снятый объединением «Туркменфильм», литературной основой которой является прекрасное произведение уважаемого Аркадага, будет способствовать укреплению братских и дружественных взаимоотношений между народами, соответствуя внутренней и внешней политике, проводимой в стране главой государства. Сунгот етер болып хызмат етер деп кредия. Абылкасым. Қолы үйгел. Доғаным. Сен мен. Нұр дейдемсің, жан ол. Сен үйді олмаңым. Мен үйрімі теселі бере. Доғаным, үйіні ярадан. Еркі адам ярадынна. Өз ейжен үшін, өз қазанар ял. Ер, ярадып тұр ақырын. Сен үрмәнжі оқымағы дәрсің. О ерді білімін арттырарсың. Ен сен айдышың ялай дәрін ұям. Доғын жұн. Мен сен халыдан етен. Түшінен ме? Под руководством уважаемого президента в нашей нейтральной независимой стране широко и всенародно отмечаются праздники и торжества. 2020 год в нашей стране проходит под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета». Этот год начался с особой воодушевленностью. Уважаемый президент уделяет особое внимание развитию национального киноискусства. Прекрасные книги уважаемого президента являются вдохновляющим светочем для работников сферы культуры и искусства. Эти произведения являются для нас неиссякаемым духовным источником. На основе прекрасных произведений, созданных талантом уважаемого президента, снято немало прекрасных кинофильмов. В театрах страны созданы спектакли. Вместе с тем в стране были проведены международные театральные фестивали. В рамках этих фестивалей были продемонстрированы сценические постановки, созданные на основе произведений, созданных природным талантом уважаемого президента. Сахна эфирлер эр шарга чолуп кече. Истем айви. Гугун могулмасы какан сени мага бермеже коля. У мага уммасыз калың салия. Мага үйленме хыялың тын болса. Какам рази этти мен ал. О мени башка бирине берме хыялланя. Үйимизде ят адамлар көпеле. Менин кимден көмөк сорожогмо менен мок. Бир кылыжыма даянып чапа улчурга дайметем. Менни башка алачка алмады. Инне болса кет. Қақымын келер уақыт болы. Сен қарашқын, мен хүкман келерін. Сен кейжа қалдың, мен қиыдымы башқа бейіне шығардың. Көп елі, үкі өлімден уарат. Зрителям предложен двухсерийный кинофильм под названием «Шелковый путь». Этот фильм стал особым событием для кинематографистов и актеров. И мы, конечно же, были этому очень рады. Прежде чем рассказать о фильме, необходимо сказать о прекрасной книге уважаемого президента. В этом фильме я сыграл роль Караванбаши.
Я представлял себе, как караван башей идет, возглавляя караван из 5 или же 10 верблюдов. Мы считали, что караван баши вот таким образом преодолевает путь. Но ознакомившись с книгой уважаемого президента, я научился очень многому. Именно поэтому мы несколько раз прочитывали и изучали эту книгу. Оказывается, строение каравана отличается своей особенностью. Караван состоял не из 10, 20, 30, 40 верблюдов. Их количество достигало 2-3-5 тысяч. И как управлять этим караваном, как его отправлять в дальний путь? Кто может принимать участие в этом пути, кто может идти рядом с этим караваном? Каким образом можно войти в число путешественников? Yol yürüyen ekenler. Düğüler neyim bir yerde durdu? Neyim iyisi yok. Mamlukluğun düğüler olmalı. Kim kim olsa derri uyanasınlar. Hedirin ödün ne yeğlerini tapar. Gitsen sen kervon saklap gözle bilmersen. Avva, ulan şeyledir. Kellilerde tayak degen yani. Gelin Abdurrahman ağa, gelin. Sen şu adamla ulan kervonu koşulacak olayan ha? Avva, ne? Şu adamla ulan size koşulmak istiyor. Be, şey deysene. Sizin ödünüzü bir kervon ha, o. Ova, yani yol, uğur gör kızır ya, keriyor maşimiz yok da. Keriyor maşin iş hayırlı. Onun ne mi? Haknalın da, hoşun da keriyor. Aydanına yok demir. Ya, men adamlarımdan heder ediyorsun mi? Hani, tam akıllaman koy. Kaharlanma, men yürüyüm aydiyan. Sen misafir sıram olma. Men size belettirin. Yer bol ya, men sizi yolun koymayın. Yönü keriyorun izinden yörersin. Tanrı al kızım, men razı. Yönü... Мен сізе бір айтшақладым ма? Мен дәдем ек. Шоң үшін мен сізе дәді дейсім келе. Нәме? Дәдем дей айтем дей. Әй, сүрден әйвана сүрден. Хани, досаңыз лаң, Абдурахман ағы. Яқшан ма, сіз маңа доғыр дүшінмедің дейді. Сіздің хормотыңыз, сейліңіз ұрудыр, Абдурахман ағы. Болмаса мен сізе атам дейді. Kervenden ayrılıp paraya gidiyen olsaydı... Sizi kıyınız. Kervene koşulacak olayanları gözden sıktırma. Kervenden çıkıp gidiyenler koşularına seyretsinler. Son gep durum olmasın. Düştün mü? Olya. Eştiniz mi? Aydınlanları bilen oğlum. Kahraman arkadağımın bastonluğunda... Под руководством уважаемого президента во всех направлениях жизни нашей страны достигнуты высокие рубежи. Заботами уважаемого президента широкие возможности создаются для учебы и творческой деятельности современной молодежи. В объединении «Туркменфильм» имени Огузхана создаются художественные фильмы. Уважаемый президент подарил нам прекрасную книгу под названием «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути». В этой книге есть легенды о любви туркменского народа к книге. На основе книги уважаемого президента под названием «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути» объединением «Туркменфильм» имени Огузхана был снят художественный фильм, и я был приглашен для создания одной из главных ролей кинокартины. Мне в руки дали сценарий будущего фильма, и я его прочитал. Мне посчастливилось создать образ суфия Нижмедина Кубры. Если говорить о Великом Шелковом пути, то это является древней историей туркменского народа. Вдоль этого пути процветали ремесленничество и торговля. В фильме Нижмедин Кубра приводит своего суфия в караван и дает ему указание нести написанные им книги. Во время долгого пути происходят разные события, то есть суфий призывает людей к единству, приводя в пример легенды. Эй, Тамри, не ашреттер ашва. Cennet içre cemali, hiç görmedim husma bay, beyle görklük may. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Sağlık mıdır? Ağman geliyorum mi? Bunlar mı oldu? Как говорится, нет человека без мечты, нет птицы без крыльев. Каждый раз во время пребывания в светлых залах объединения «Туркменфильм» я мечтала о том, чтобы сняться в таких кинофильмах и оставить после себя след. Вот и моя мечта сбылась. В детстве я училась во второй музыкальной школе управления культуры города Ашхабада, училась игре на скрипке. Мне посчастливилось стать студенткой первого курса Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Кроме этого, я снимаюсь в фильмах, создаваемых в объединении «Туркменфильм» имени Огузхана и исполнила несколько
несколько главных ролей. В новогодних фильмах, которые снимаются ежегодно, я также исполняю роли. Мне посчастливилось, и я исполнила роль в фильме «Шелковый путь», снятом на основе произведения уважаемого президента под названием «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути». И я очень рада всему этому. Исполнение образа Тубыша было для меня очень ответственной работой. Маңа баш кешіплерің бейірі олын, туыбы шағының кешіпін еріне етірмек бақытым естер етті. Мен мұ әлбетті бегенен, туыбы шағының кешіпін, әлбетті маңа бір жоғап кәрлі кешіплерің бейірі олын. Себәбі бұ кешіпті туыбы шағының кешіпін еріне етірмек бақытым. Для исполнения этой роли мне пришлось изучить манеры, походку, особый взгляд девушек той древней эпохи, также особенности их общения. Словом, я должна была знать о них все. Осуществить этот образ мне помогли мои наставники. Аллах мерхемеди билен оунлурум дашта болмас. Мен куонюдун. Эзмеддин кубраны көрөйүн деп курганча келдим. Мен эки кыйдым маабаш. Мен он дурумшо чыкардым. Жөнү той күнү он бирде кас хаашла туруп берди. Көз үлен каашын арыт дийлен болду да. Буягдайы көрөн той ээлерим кыйдымдан үйдө урда туруп берди. Бармадык тебейбим, какмадык кафим калмады. Анан соң яхшы адамдын маслагатын алып, жерде эмне иштеп жүрсүн? Сени көзлөмөдүк керим калмады. Какама мен марада яда адамдарга урум бермек неме керек? Бейдими кыйдым, какаң сага жаманлыгы болмос. Бу фильмде кен кой актёрлор чыкса диялар. Мисал үчүн Абашын кесибинде в фильме задействовано много хороших актеров. Например, в роли Аваша Атагулы Кулиев, в роли Караванбахши народный артист Туркменистана Чары Сейтлиев, в роли разбойника народный артист Туркменистана Анна Миляев, а в роли старейшины в легенде сыграл народный артист Туркменистана Нуры Аллабердыев. В фильме снималась и заслуженная артистка Туркменистана Огульджан Ниязбердыева. Фильм впечатляет. В ходе презентации этого фильма мы выступили перед зрителями, которым рассказали о том, как снималась эта картина. Для нас, актеров и работников культуры, вот такие мгновения являются самыми долгожданными. Нашу работу оценивают зрители, и это для нас огромное счастье. Потому что мы служим народу и рады встретиться с нашими многочисленными зрителями. Такие чувства, как добро и гуманность, красной линией проходят через всю сюжетную канву этого произведения, что имеет важное значение. Алып шуну. Алып.
Ан қойма алам, ағлам. Мен саңа соң ене дарп берерін болям. Ма, башқа бүйткен. Өзім көрек. Бұл бідем көмегі дәлі. Не ауыл қазымжан оқар. Білімлі, соуатлы олар. Мен саңа соң хас қоғысын арп берерін. Болям. Ма, башқа бүйткен. Өзім көрек. Ұям, мен осы бұй ерді қалайын. İşlerin sana peydan degar. Ay yanım ne mavul kasım. Sen hükman okumalı. Sen soğutlu. Bilim alıp iyili arasında meşgur olmalı. Mi? Çağan gül yakasın izni vereyim. Ağla oturmasın. Tanrı yalkasın. Koy kızımın ağlama. Onu siz avul kasımı. Özünüz öyle nakitmeye razıydı. Bol ya alıp gidiyen. Қошырын тайынлар. Таңыр елқасын. Таңыр елқасын. Дөулетіңіз арсын. «Пёк Юоли» фильме... Фильм был снят под руководством одного из известных в Туркменистане кинорежиссеров Мурада Аразова. Мне досталась роль плохого человека. Почему-то кинорежиссеры доверяют мне отрицательные роли. Я расцениваю это как доверие к себе. Сен өз адамлың білен керуен талап, қырғыншылық әдіпсің. Саңа не әмі жедан қарашы аныңын өзің білең ме? Мен керуен талам оқ. Қайта керуен қорудық. Мен өз үйтілім білен сізе қошылмақ сілен. Сен маңа дәлі күнін оғырдың келен душманлары қошылжық болияңы білен. Жеданы чекмезденің, ермен саңа бұрдат көр көзейін. Қаны үңім өдіш. Өйберің өрі, әне кел, яранның болып жатсыны. Жители вилаятов дружно и с большим желанием принимали участие в массовых сценах, и это большое событие. Было большое количество желающих принять участие во время съемок. Жители вилаята приняли участие в массовках во время прибытия и ухода каравана. Они произносили теплые слова благодарности. Ознакомившись с образом караван-баши, мы узнали, что его отец также был караван-баши. Словом, эта профессия переходила от поколения к поколению, и это было видно по его успешной работе. Конечно же, караванный путь длится не один день, и не два, и не три дня. Этот путь очень долгий, и поэтому в пути происходили разные события. В караван попадали люди разных взглядов и мыслей, с разными целями. И поэтому у каравана была своя охрана, а караван-баши руководил ими. В фильме «Красной линией» проходит удивительная мысль. Вам было необходимо перенести Ургенчскую библиотеку. Книги переносились на верблюдах, относили их в определенное место и бережно хранили за время возникновения и налаживания трудностей. Затем книги возвращали. Много событий происходило в пути. Караван-баши руководил караваном и решал все вопросы. Он приказал охранять книги, чтобы никто не трогал их. Караван-баши крепко наказывал бережно сохранять книги. Особая забота о книгах демонстрируется по всему продолжению кинокартины. Туркмены высоко ценили книги, они считали их бесценными.
В фильме особенно интересно проходят сцены бережного отношения и сохранения книг. Этот фильм был снят в Дашогузском и Балканском вилаяте нашей страны. Съемки также проходили около столицы города Ашхабада на территории памятника НИСа. Съемочные работы фильма проводились во все времена года, но большая часть съемок происходила в зимний период. Актеры, не жалея сил и способностей, исполняли роли. Режиссер тоже оказывал им поддержку. В фильме мне посчастливилось сыграть с народными артистами Туркменистана Овезом Геленовым, Чары Сейтлиевым. Они мне оказали большую поддержку, давали ценные рекомендации о том, как вести себя при создании старинных фильмов. Произношение, походка, поведение в целом – все должно соответствовать тому времени. Древние люди вели себя очень скромно. Фильм снят коллективом опытного оператора Мухаммеда Бурджакова. Наши поездки в вилаяты продолжались неделями. Мы работали слаженно, что обеспечило нам успех. В фильме я сыграл суфия Неджмеддина Кубры, роль которого досталась Бегмурату Сарыджаеву. С Бегмурат Ага мы поддерживаем связь и вне работы. Он очень скромный, простодушный человек. Познакомившись поближе, мы вместе учили слова этого художественного фильма. Он спрашивал у меня о тех вещах, которые не знает. Я ему задавал интересующие меня вопросы. Большая часть фильма идет о Неджмеддине Кубра, суфии Аваше. Неджмеддин Кубра был образованным человеком. Написал много хороших книг, рассказывал молодому поколению о любви туркменского народа к книгам. Во время съемок были моменты, когда мы должны были плакать. Тубыльша была не совсем здоровой девочкой, и в некоторых моментах, создавая образ, я должна была плакать. И вот в эти минуты мне помогали мои наставники. Первый показ этого фильма состоялся в столичном кинотеатре «Ашхабад». На премьерный показ фильма, конечно же, пришли наши семьи, а также студенты Туркменского государственного института культуры и жители столицы. Несмотря на мою молодость, я стала в одном ряду с моими наставниками. И мы удостоились восторженных аплодисментов зрителей. Это событие очень обрадовало нас. Это был один из незабываемых дней в моей жизни. Эхледат, я рада на ним ревелю Леандр. Акпаном да качпутул полмот дича полян. Сиднеме адамьянат. Равайат лурмани. Тинглейджилерда дюриян көңіл күйсеулерінің, көгін матлапларының, İslah arzularının beyanını tapmalıdır. Ey Tanrı, ne asrettir aşığı, cennet içre cemali, kalmağaysın menin dey aklı aru görkü bay. İsteseler alımlarını şeytan aydır ol dilver, Халығыны халиллік, оулының берір пай. Мен дүния келемді, атам маңы туыбы дейі аттақыптыр. Бат, дженнетті әкі бұраға жыңа ады бормал. Мұны сіз қоуіл енсіңіз. Мен бағады мұнасип болар ялы. Келін ұйылдара мақсус болын, тервиял болырлым. Соң орса мен дұрмыша шықардылар. Ой ерді болса не әмелің болуының. Қақам сізе құрым верендір.
Ауа хабарыма. Құдай орын етсе, үйреңізді әққам ұстылырдыным сапынан кідерсіңіз, иншалла. Мен той өнімді ашыма ауғатан шейтан сұпат адамлы шейлі зұлым еденліклерді енейінем дүшініп білем. Нем үчін таңырым маңа бейлі жевір чектіреке. Мен кіме неме ямалық едіп тұрым. Адамлар бет ниетлерінен ел шекмей алыр. Бидің ялғыдымызың Алла Тағалаң ұтыярынадықларын ұмдиялар. Сізе үйрі ұматшан ма? Мені еңлес қасаве дейін әлсіңіз әйеріне? Йок, бейлі пікір етмен. Ой, бір хилі башым айранжа көлі. Сізе нәм мұл е? Күйін өрмен, менгі дейін. Мен башым айлане. Мен боршым ген өрме өрем. Медине. В этом произведении есть одна легенда. Один молодой парень задает вопрос одному ученому человеку. Что-то в последнее время у меня не ладится работа. А ученый спрашивает у него: когда ты делал последнее пожертвование, садака? Молодой парень отвечает, что последнее время он был очень занят, и ему некогда было делать пожертвования. Тогда ученый спросил: «А когда ты делал доброе дело? Когда ты последний раз прочитал книгу?» Заботами уважаемого президента в нашей стране возведены и сданы в эксплуатацию многочисленные библиотеки. В стране особое внимание уделяется развитию библиотечного дела. В этом фильме особое значение уделяется ценности книги, художественным произведениям, которые являются бесценным сокровищем нашего народа. Основная идея этого фильма — бережное сохранение книг для грядущих поколений. Неджмедин Кубра наказывает сохранить книги для грядущих поколений. И по сюжету фильма мы спасаем эти книги, сохраняем их и прячем. Потому что в действительности книги являются бесценным сокровищем, и если их сожгут или же потеряют, то для грядущих поколений исчезнут целые страницы истории. С помощью сохранения исторических книг можно изучить историю, судьбу и жизнь народа. Все эти знания будут способствовать недопущению ошибок новыми поколениями. Они также способствуют духовному обогащению народа. На все эти вопросы можно найти ответы в книге уважаемого президента «Туркменистан. Сердце великого шелкового пути». Почему-то все хотят исполнять роль положительного героя. Конечно же, создавая образ героя, нужно найти все его хорошие характеристики. Это говорит о том, что создание отрицательного образа намного сложнее. Режиссер доверил мне создать отрицательный образ, и мне кажется, что аплодисменты — большое счастье для артиста. Также, когда нас узнают зрители, мы, конечно же, очень этому рады. В фильме «Шелковый путь» приняли участие молодые актеры, и мы их дружно поддерживали. Ведь это огромная школа и опыт для молодого артиста. Работать и учиться у своих наставников — это очень хорошо. Я рад был помочь тем, кто обращался ко мне за советом. Словом, мы работали дружно и сплоченно. Уважаемый президент уделяет особое внимание наставничеству. Богатый опыт наставников помогает молодым добиться больших успехов. В исторических фильмах представляют трагические события, конные скачки. Эти фильмы имеют свои особенности. Работа над ними требует особого внимания и умения.
қатты беріп тұрып семелешмелі олады. Мен кино фонғатынна еді ғалдарын сақсиетлерді. Есть немало ярких личностей, оставивших неизгладимый след в туркменском киноискусстве. Алтай Гарлыев, Аман Гульмамедов, Сабира Атаева оставили в мире киноискусства яркий след. Созданные ими образы для меня были основой духовной опоры в создании этой киноленты. Просматривая картины с их участием, я получил необходимую мне информацию. Я считаю себя счастливым, потому что мне посчастливилось сниматься в художественном фильме, созданном на основе книги уважаемого президента. Я постоянно задумываюсь о том, правильно ли я сыграл роль, оправдал ли я доверие своих педагогов. Иногда я подходил к своему наставнику и спрашивал, справляюсь ли я со своей задачей. И он отвечал мне, все хорошо, но необходимо еще найти особенности его характера. Нужно вжиться в этот образ. И я трудился с целью оправдать его доверие. Я работал, стараясь скрыть то, что я мерзну в холодную погоду. Ведь каждый период времени имеет свои особенности. Иногда в очень жаркую погоду нужно бывает сниматься в теплой одежде, но иногда в холодную погоду мы снимаемся в легкой одежде. Я очень старался, чтобы работа была успешной. У туркмен есть такая пословица «старание приведет к цели». Для того, чтобы этот фильм был удачным, особое старание и усилие приложила вся наша съемочная группа. Я думаю, что наши старания дали положительный результат. Қайты дердің мүтілатыдыр көңіл. Яреп бідердің бұ мақал. Не іш дуатыдыр көңіл. Ашқ дериядыр дүйбі йоқ. Хижран мұр от паяны йоқ. Ашқа мейлеткен бұ отлыр ой янатыдыр көңіл. Білмейін атмыш өдін. Ашқ одуы перманы дек. Инні білмен чәресін. Кім не қылатыдыр көңіл. Дур, нире варьян. Мен сен көзлем өткерім қалмады. Йок. Голайлашма яным, аваш. Мен екі қалатым келе. Бағары құтырды, аваш. Инні мен өмірімің маңызы етті. Сен айдияның нәмі, тубы. Сен дұрмышың яңмашлада. Өмір дұға месі шатлығым болыр. Бейдіп дұрмыштың. Халис, умиди да емек болмада, тубы, яраданың беде верен өмірін шүкір етіп яшамалы. Сен мұңа düşünмөлі, тубы. Рахатлан, тубы, рахатлан. Абаш, қақымың өлімі мен көдіңім дәлгіден ол. Тубы, кетіп болса біз Конияда бармалы. О ерді мен сен хоздарлыңыз ұшырын. Сені өзім үшін сорарын. Сен бақытлы болмауың үшін жаным қайғырман тубы. Аваш, сен немелер дейіп тұрсың. Біз о дүние бі дүние біле болырс. Анан маңа тубы. Таңырым бізі айра салмау үшін дұшырмады. Гидел тубы. Хауа. Ярадан біле... қарашы кетті. Арзуылы үнім келіп кетті. Мен тубиіні өз юрдына алып бардым. О ерде тубиін хостарлар маңа ұлы хормат еттілер. Тубиіні маңа дұрмышы шықырмаға рады еліп берділер. В книге уважаемого президента повествуется об историческом прошлом туркменского народа, которое является примером для современных туркменистанцев. Уважаемому президенту, создавшему широкие возможности, желаем крепкого здоровья, долгих лет, счастливой жизни. Мехрахим Кахраман Аркадагмал, Туркмен Халкана, Сунгодишкардарна, Шуньяли Азайк Таптари. Уважаемый президент всему туркменскому народу, работникам искусства, подарил такие замечательные книги. Мы этому очень рады. Будет также уместно отметить, что во многих театрах страны создаются спектакли на основе книг, написанных природным талантом уважаемого президента. И мы в этих спектаклях принимаем участие. Книги уважаемого президента являются основой спектаклей и кинокартин, способствуя успешному развитию туркменского театрального искусства и киноискусства. Уважаемому президенту, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть все начинания, направленные на благо нашего народа и развитие страны, будут увенчаны большим успехом. Эхли ишлери
Мынын белегем роваз алсын. Келжекте де ене бир нече ажайып кино. Надеюсь, что и в будущем будут созданы прекрасные кинофильмы, в которых мы будем играть роли и направим своих учеников и студентов сниматься в фильмах. Будем им помогать своими советами. Уважаемый президент уделяет большое внимание работникам сферы культуры и искусства. В стране создаются широкие возможности для нашей успешной деятельности. Уважаемый президент, работников культуры и искусства удостаивает подарками. Все это вдохновляет творческих деятелей на все новые и новые творческие работы. Уважаемому президенту желаю крепкого здоровья, долголетия, успешных начинаний на благо народа и развития страны. В общем, мы работали сплоченно. Наш фильм был представлен зрительской аудитории. Отзывы зрителей – самое дорогое для артиста. Уважаемому президенту желаю успешных начинаний. Мы хотим заверить вас в том, что вырастем преданной уважаемому президенту молодежью и будем добросовестно трудиться и сниматься в фильмах объединения «Туркменфильм» имени Огузхана. Заботами уважаемого президента широкие возможности создаются для работников сферы культуры и искусства. В будущем мы будем успешно трудиться, пользуясь прекрасными возможностями, созданными уважаемым президентом. Уважаемому президенту, создающему прекрасные условия для нашего успешного труда, желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в работе, направленной на благо туркменского народа и процветания страны. Хотим сказать большое спасибо уважаемому президенту за широкие возможности, созданные для учебы, творческого труда и раскрытия таланта. Мен тубым сесін іштен, таңрым қарашы кетті. Үміт шырағым яқты. Ожуым оды ба, несіл доғаматым ба. Йокорды бір айымыз, етер бақты пайымыз. Алла виде йол версе, гүлчемен бор жайымыз. Алла мені күш ессе. Ганатым күміш әсті, чүллін чүлі ашырып, авашыма дұш әсті. Менің балам бар болуай, пейірлер рехімдар болуай. Екіланына қолысын, таңрым, медет кәр болуай.